Ребята, привет! Для тех, кто первый раз на моем канале, меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю в интернете, делюсь с новичками, начинающими ребятами, которые только заинтересованы в том, чтобы начать зарабатывать криптовалюту, делюсь своим опытом. Как хорошим опытом, так и рассказываю про свои ошибки. Для чего я это делаю? Я верю в то, что, возможно, мой опыт, возможно, кому-то он все-таки поможет сэкономить там время, деньги и, самое главное, нервы. Потому что на моем опыте со мной начинало очень много ребят, моих друзей, моих знакомых. Но когда они сталкиваются, вот, к сожалению, так происходит, что начинающие очень часто сталкиваются с каким-то негативом, с какими-то мошенниками, с какими-то проектами мошенническими. Люди получают негатив, и потом они плюют и рассказывают всем, что нет денег в интернете. Но мой пример, как минимум, я 10 лет уже зарабатываю, и очень много моих знакомых зарабатывает. Ребята из моей команды тоже зарабатывают хорошие деньги. Смотрите плейлист, сколько они зарабатывают. Поэтому, ребята, я делюсь с вами опытом, я верю в то, что это вам поможет. Итак, сегодня будет такая тема. Просили в комментариях очень много людей рассказать о том, как начинать для начинающих именно зарабатывать на NFT. Что такое NFT, все уже знают. Это такой тренд, это круче сейчас там всех криптовалют вместе взятых. По Google трендам там даже переплюнули они криптовалюту темы. Поэтому, ребята, сегодня расскажу, также будут там сюрпризы, поотвечаю на вопросы и расскажу про розыгрыш, когда будет розыгрыш криптовалюты на моем канале. Итак, поехали, ребята. Итак, ребята, почитаем сейчас комментарии ваши. Миша пишет: жду с нетерпением видео об NFT. Вот это видео, Миша, дождался. Дальше. Спасибо, AirDropчик. Супер, еще и бесплатно. Да, про AirDrop, ребята, кто еще не видел мое видео про AirDrop, смотрите, под видео будет в описании ссылка на видео, где я подробно все рассказал. AirDrop реально топовый, без вложений можно зарабатывать очень серьезные деньги. Я уже рассказывал, что с нашей командой мы хотим выйти на доход без вложений, ребята, пассивный доход от 100 тысяч рублей в месяц. Я не думаю, что это будет просто, я не думаю, что это будет как-то там легко, но мы это сделаем. А может, будет и просто. Кто еще не следит, смотрите, подписывайтесь. Так, дальше. NFT-игры пока не юзал, время жалко. Естественно, на NFT-игры много времени надо. И я недавно тоже там, мне знакомый сказал: вот классная игруха, прикольно, еще и плюс можно там зарабатывать вроде бы после какой-то главы $25 или $24 в час. Ну, я, естественно, начал играть. Реально игра затягивает, пока не дошел до 5 уровня. Если интересно, друзья, я когда будет время, я запишу видео подробное про эту игру. Так, так, так. Сдался всеми потрохами геймеров. Нянила. Ну, я не хотел, но так получилось. Сказал все правду, Виталий. Ну, да, своим опытом поделился, ребята. Не знаю, правда, неправда, то я всегда делюсь своим опытом. Спасибо за это. Спасибо тебе, Дима. Так. Хай, где криптохомяк? Привет. Криптохомяк, кстати, жив. Он попал в такую передрягу с собаками. Ну, выжил, перенес пластическую операцию. Если интересно, тоже расскажу подробно в следующих видео. Итак, сегодня, ребята, про NFT. Давайте сразу, быстро, четко, коротко буду рассказывать. Смотрите, что такое NFT вообще для начинающих? NFT – это, в принципе, та же самая криптовалюта. Она также на блокчейнах определенных. Но... Если обычная криптовалюта, это обычно там, да, там ее стоимость вы видите только. Здесь еще графическая составляющая. Смотрите, это может быть какая-то там статичная картинка, может быть типа видюшка, гифка такая объемная. И она, естественно, так же, как и криптовалюта, имеет свою ценность. Ну и плюс она еще может использоваться как те же аватарки, как пропуски. И самое интересное, смотрите, ребята, такие новости. Когда-то я рассказывал там про блокчейн возможности. Теперь смотрите, что в ближайшее будущее будет реализовано при помощи тех же гифок, NFT-шек. Смотрите, если раньше у вас было там, чтобы доказать право собственности, например, там, на машину, на квартиру, вам надо к юристам обращаться, какие-то документы. Сейчас планируется сделать вот что. Вы берете, например, у вас есть машина, квартира, вы берете свой смартфон, специальное приложение скачиваете, заходите, снимаете там, например, видео, свою квартиру, там все такое, отправляете это в сеть блокчейн, вы получаете NFT-шку, и это будет как документ владения
вашей квартирой, машиной там, или еще чем-то, чем угодно. Попадая в блокчейн, естественно, уже никто, никакие ни юристы не нужны, никто не украдет эти, никто не переделает эти документы. Это один из способов применения НФТ. Дальше будет вообще все. Вплоть до выборов паспортов и всего такого. Поэтому те, кто сейчас не залетит, кто не будет разбираться, и никто не будет именно начинать разбираться, как зарабатывать на этом, ребятка, вы пожалеете даже больше, чем было когда-то с биткоином, когда там его тоже раздавали. Кстати, смотрите, вот у меня там есть друзья, которые в это не верят, которые говорят, это все фигня, там это все картинки, какие там деньги на этом заработать можно. Это такое ограничивающее убеждение. Смотрите, такое же ограничивающее убеждение было и у меня когда-то, когда раздавали биткоин. Я помню, за там по 30, по 50 биткоинов раздавали просто так, за разгадывание капчи. То мое ограничивающее убеждение в прошлом, оно не сделало мне богаче, оно ничего мне не принесло. Поэтому, ребята, не будьте таким, как я в прошлом. Сразу задавайте себе такой вопрос прямой. Если у вас какое-то есть убеждение, если вы что-то отрицаете, спросите, это сделает вас богаче через там несколько лет, как с биткоином. Вспоминайте мою историю. Так, ребята, поехали. Смотрите, что нужно для того, чтобы начать зарабатывать на НФТ. Я, так как рассказываю все для начинающих, я рассказываю, как с самого начала, как лучше всего начинать зарабатывать без вложений. Я рассказываю про то, как зарабатывать без вложений. Будут темы на моем канале и как зарабатывать с вложениями, но сначала лучше я всем рекомендую начинающим. Возьмите, попробуйте без вложений, разберитесь в криптовалюте, в НФТшках и дальше уже даже на те же заработанные деньги первоначально уже сами решайте, там, куда их там вывести, там, инвестировать или там, холдить. Холдить всегда приятно. Все помнят те холдеры Shiba Inu, да, те, кто в прошлом году на $10 купили этой монеты, через год всего, это не биткоин, там не 10 лет надо было ждать, через год они стали долларовыми миллионерами. Вот такие вот возможности, ребята. Нужно вам это, не нужно, решайте сами. Итак, поехали. Для того, чтобы начать зарабатывать на тех же НФТшках, на аирдропах, советую вам подписаться. Ну, во-первых, кто не подписан на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Кто еще не подписан на мой Telegram-канал, подписывайтесь также. Вот я постоянно здесь пощу раздачи, разные проекты, те, которые на YouTube, к сожалению, не успевают делать видео, поэтому здесь, ребята, заходите. Вот раздача была НФТ от там 100 TIFS, и вот она, сейчас я даже покажу, вот она уже получена. Пока стоимость ее неизвестна, но в любом случае это интересный такой проект, я буду следить, и я верю в то, что там можно будет заработать. Есть вот, смотрите, НФТшки там, которые тоже раздавали, буквально там постил недавно. Тут всего стоимость сколько там, это $6 или там 7 где-то долларов, может там $2. Есть бет-коты эти, которые сейчас стоимость есть и по 200, и там тоже там отдать $10, $12. В общем, все это рандомно, но я пока ничего это не продаю НФТшки, потому что я вижу, как они с каждым днем растут, особенно интересные проекты. Пока там они собираются сделать игру, остальные проекты тоже выходят на бирже, там, ну, очень интересно все. Теперь смотрите, в двух словах, что нужно для того, чтобы начать зарабатывать? Естественно, вы уже подписаны на мой Telegram-канал, здесь будет выходить, например, такая новость. Вот раздача НФТ там от какого-то проекта. Переходите по ссылке, вот мы нажимаем, например, переходим вот сюда. Здесь уже, к сожалению, раздача закончена, поэтому рассказываю, что вам нужно будет. Во-первых, вам нужно будет иметь кошелек MetaMask. Заходите в MetaMask.io, нажимаете Download, и для вашего, ну, лучше это делать на компьютере. Вы устанавливаете расширение себе вот такое, и дальше заходите на тот сайт, на котором будет написано, где-нибудь будет такое, обычно справа в верхнем углу Connect Wallet, или там посередине большая кнопка. Не промахнетесь, это точно. Смотрите, нажимаете ее, подсоединяетесь к проекту, данный сайт, заходите, по сути, это ваш способ зайти в этот сайт, на этот проект, и в дальнейшем там будут, например, задания. Разные задания есть, там, зайти, например, там какой-нибудь там Discord зарегистрироваться, или там какие-нибудь соцсети, или в Твиттере твитнуть. Про Твиттер тоже есть очень интересные, там такие очень простые раздачи тоже. Ребята, кто еще, ни у кого еще нет Твиттера, регистрируйте, расскажу. Если интересно, ребята, зарабатывать, опять же, без вложений за там определенные простые действия и получать монетки от проектов, которые развиваются, от того же Shiba Inu и других проектов, тоже напишите комментарий, я сделаю отдельное видео. Там еще проще даже.
Ну, продолжая, смотрите, вы подконнектились, выполнили какие-то социальные действия, дальше у вас будет там клейм, например, если сразу раздаются NFT-шки или крипта, заклеймили, нажали, и там, может, сразу приходят, например, некоторые приходят сразу, там, вот такие. Некоторые обычно там 12-20 часов, но это все пишется, и пишу я все это подробно у меня на канале, поэтому заходите, и лучше быть подписанным, чтобы быть все время в теме. Дальше смотрите, что еще может быть. Когда вы поставите кошелек MetaMask, и, например, раздачи могут быть на разных блокчейнах, там Polygon там, или еще каких-нибудь. В основном это Ethereum, он стоит по умолчанию. Если у вас другая какая-то там раздача будет какой-то другой сети, блокчейн, вам нужно будет прописать эту сеть. Смотрите, например, у меня, ну, это тестовый кошелек, я как бы его специально сделал. Тоже советую для раздач и аирдропов сделать отдельный кошелек, на котором вы не храните там большие средства. Поэтому просто всякое может быть, но лучше сами знаете что, чем не да то же самое. Поэтому смотрите, вот здесь есть разные сети. Вот, например, Ethereum, да, Binance, там еще там что-нибудь, Polygon. И они здесь переключаются элементарно. Смотрите, раздачи монет и NFT могут быть в разных сетях. Даже в игру можно заходить через этот кошелек, подконнектив его. Теперь смотрите, что бывает, какие там вот ребята часто пишут. Например, заходят там, да, не коннектится на какой-то раздаче, пишут там, подсоедините там сеть в кошельке, например, Polygon или еще что-то. Polygon у меня уже там установлено, поэтому показываю, как подсоединить через сайт, смотрите, chainlist.org, вот он называется. Заходите туда, тоже коннектите кошелек, вот он подконнектился. И дальше, смотрите, я сейчас под любую выберем, давайте выберем там, какую мы выбирали. Shiba, да? Вот, смотрите, что происходит. Нажимаете «Одобрить». Переключаете сеть, то есть вы добавили эту сеть, в вашем кошельке появилась эта сеть. Вот, смотрите. Кронос Mainnet Beta. И когда вы заходите на airdrop или на раздачу NFT-шек, у вас будет connect, и именно эта сеть подкинется. Вот и все. Потом вы можете переключать куда угодно, но это ваш способ получения именно NFT и airdrop'ов, крипты. С этим понятно, я думаю, все здесь разобрались, не будем затягивать видео. Кто не подписан еще на канал мой, подписывайтесь. Также напоминаю про airdrop от DEM, очень интересный, подписывайтесь, точнее смотрите видео, у меня будет в описании под данным видео. И все ребята, которые регистрируются в нем, которые хотят начать зарабатывать, хотят поучаствовать в нашем челлендже 100 тысяч рублей на пассиве заработок, пишите мне. Контакты будут под видео. Итак, ребята, до новых встреч!